воскресенье, выходной день. Приехал на базу. Надо прошприцевать телегу. На улице 33 градуса. Форма одежды тяжелая, ремонтная. Поедем на асфальт, чтобы в этом песке не валяться. Обновим шприц специальный под тубу. Хорошая смазка литиевая. Загоняем тубу. Все, туба внутри. Асфальте на чистом. Поднимем подушки. А тоже сделать будет кран, чтобы каждый раз не мучиться плоскогубцами. У нас кран находится здесь. Поднимаем. Все, что ли? Ну, хотя бы так. Ну, туда полезем. Неудачная попытка. Шток не подлазил нифига к масленке. Хотел его подогнуть. И в итоге обломил наконечник. Остается один выход, чтобы туда подлезть к масленке. Купить шланг длинный. И все. Поедем покупать шланг. Съездим в один магазинчик. Тут недалеко. Там я видел шприцы. Может, там и шланги есть к ним. К магазинчику. Никаких тут шлангов и шприцов нет. Купил штангель. А то достало уже трубки рулеткой мерить. Поедем дальше искать. Все, это херня. Три магазина мерится, никаких шлангов нет. Остальные магазины закрыты в воскресенье, выходной день. Так что все откладывается до понедельника. В понедельник поедем перевозить каток с полевского тракта. Как раз там заедем в магазин. Там он есть. Идем ставить на место. Хера не получилось, настроение плохое.
выключил. Теперь, правда, не сделал. Машину стоили. Поехал с видом машины.